Очередная серия Metal Quiz. Скоро 6-я серия. Почему ты не можешь играть? Ну, я тут вспомнил, что... Видишь, сейчас очень лето. Сегодня 23 июня 2019 года. Очень душно. Все находятся в квартире в парке. Вообще, это мой, так сказать, офис. Да, мой офис, да, офис. Тут я создал все свои проекты. Я говорю, Глэд, Мастерс, Миньон, два или три инцеста. Один Рау Блэк Мэттл, один Рутал Блэк Мэттл. Это, ну, просто. Что там, Реквием, Тойна Фарк, Игорь Лайф, Ридум. Блин, список так много. Короче, все ходили на дискотке. На Дрейворку. И видишь там артист Ворку. Я там вот начал, только в Киеване. Это на место Бога. Мэттер Хэт. Альбом. На Нита Камаде Биг Джамал. Ради меня с носом было там. Я скажу, думаю, что это типа нет. А вот мы-то, они видно, старики от музыки, не знаю, что он. 70-х годов, как был стрим был. Сейчас, блин, все, так сказать, это. Ну, короче, почему люди говорят, что люди у меня тут этот агрегат? Потому что я думал, что это советский еще. Советский союз, так сказать. Ну, спасибо. То есть, совсем, что они, конечно, хорошую технику сделали. Только лето, оно еще лучше. Вот это не очень, очень громко. Вот. Вот. Это, кстати, есть такая команда Coil называется. Вот я сейчас запишу, ну не сейчас, а потом я запишу, одну там, несколько минут там, не знаю, на них 10, включу его. Чтобы кто-то жужжал, потом его через SoundCloud запущу, через такие фильтры. И будет трек в стиле Coil, так что, будет прикольно. И подпишу, посвящается группе Coil. Вот. Знали же они, что наступили времена, когда можно вентилятор обычно использовать. И по посвящению и сам тоже будет тот же самый эффект, что с их альбома. Ну, короче, ладно. В прошлом выпуске целый месяц я посвятил концерту Coil на парк. Вот, сейчас я не буду посвящать, отойдем от темы, потому что очень душно, и вернусь к этому, как похолодает. Вот. Но я тут не буду сентябрь. Поиски басиста еще продолжаются, басиста нету. Вот, пока что. Вот, короче, так. Сейчас я вернусь к своим проектам. Свой проект, вот, кстати, последняя копия. Маленького тиража, 29-й год. Если видно, это мой проект Engine of God. Кстати, он проект существовал с 1990 по 2000 включительно. Вот, так что, чтобы вы знали, ты там на моих архивах я пытался доказать, что я существовал раньше, они мне пишут, типа, Engine of God — это активный проект, 2017 года. Тут просто я летал в 2017 году на фильме «Слепо». И играю еще на кассете, Ну, там, все свои годы. Это «Депрессив Люжин Рекорд». Вот. Вот, кстати, кассеты играл. Мои «Макс Рекорд» кассеты все отстроены. Я когда-то на Финч Рекорд в 99-м году, это один Финч Рекорд, это были, какой-то был это, типа, дистрибьютор торговли с такими дисками и кассетами. Вот. Я раз через них распродал все кассеты, что у меня были. Вот. Ну, там еще какие-то кассеты оставались, там, одна книжка. Это был хит продаж, это альбом. Да. Это был такой перфект. Текст, который есть,
ездить, не слушать данный альбом, людям с неустойчивой психикой, больным воображением и так далее. И покупали кредиты делать, как говорят, реклама. Это моя, кстати, если я там был в 90-х годах, я был женат лет 66, конечно. Вот, это самое. Она придумала такой слова. Благодаря ей, можно сказать, маркетинговый ход сработал. Да. Вот это самое. Вот так было на кассета, изданная на BBC Music Records. Ну, то есть там под лейбл Vibrio, что там Chocolat Records. Вот. Ну, у меня оно выглядело по-другому. Вот там сам узнат был, это был типа. И все эти тексты были после. Вот. Вот. Она была одностайлая. Там, все там, ну, это довольно смешно. Вот. В конце этой самой, в конце ролика этого, я предоставлю одну тему с лириками. Ну, может быть, я подумаю. Вот. А вообще я ухожу с в конце ролика там будет ссылка на Рома альбом этого издания. Ну, вот это я знаю, вот это так, блядь, я еще издал в 2016 году. То есть это, можно сказать, не просто издал на диске, нигде не издавался. Когда-то на так продакшн хотел издать этот альбом и 1666 год и не в горло. Вот. Ну, что-то там, Дмитрий Лучаин, что-то там непонятно что. Блять, Матери был. Вот это что-то, я даже бухал еще одно. Вот. А кто я передавал, на кассетах, либо не во время. Короче, потерялся в лучах пары. Такой мимолет. Вот, значит, вот так выглядит издание 2017 года. Вот. Сравнить с моим изданием, на Янске, да? У меня качественная полиграфия, они, конечно, херня. Это на матовой поверхности. Вот. Это я делал все рабочие диска. Ну вот, разбукал. Это я. В 90-м походу, в 99-м, по-моему, футболки с телефоном и без 9-го. И твой бандан писает. Кстати, в этих же штанах, да. Помощник был. Вот. Помните, очки эстакады я купил. 2001 году. Вот. Вот это пульный рекорд. В 2017 году видно. Но это не значит, что этот проект активен для планировки. Американский тупой был. Потому что, блядь, тоже указано. Вот. 99-й. Где-то мне рекорд. Все меня знают. Тут, вот. На моем издании тут 1482. Это самый код украинский. Вот указаны года, 99-99, есть дизайнер, есть обложки, есть какие-то люди, подтвердят, что я его делал с годом, в 90-х годах существовал, уже блин, делал, люди по мне слушали, у меня есть знакомые, они я там эти дизайнеры все шутки, чуть американцы не ехали. Вот, короче, вот мои издания 99-го года, вот тут список песен, Ньютон, вот, лейбл Макс Рекорд, вес ветра. Минуты все, вот тут 28 треков, ну, 28 песен, а вот на диске 27, там получается 27, 28 переходы. Вот, и получается как 27, на самом деле 27. Ну, вот, вот, смерть есть данность, надо воспринимать ее как таковую. Ага. Ну, вот. Вот текст сюда. Каждому треку соответствует текст. Вот. Вот так. Хорошо. Вот. Не слушать данный альбом и читать пергаменту к нему текст людям с неустойчивой психикой. И болезнь воображения. Ладно, это было жутко. Реклама была точно нравится. Один помню придурок, Луганска, через какого-то там журнала. Это самое
хуёвую лицензию, ну, спасибо его огромное. Он отдал, блин, сделал мне рекламу, написал, что 1001 смерть, но тут всего 28 смертей указано, а смерть 29, это будет послушать данный альбом. Ну так как примерно, блин, все же люди хотят, что, да, заелать, получить, наверное, но поступает, слушает. Кстати, вот это последняя копия 29 года, вот, она стоит 250 гривен. Поспешу увеличить такое. Где ты захочешь? Последняя копия. 250 гривен. Выставил на улицу. Вот. Так вот. Сейчас вот включаем кассеты. И слушаем так. Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте колокольчики, если у меня есть, у меня есть. Вот, сейчас лето, духота, и все такое. Вот. Так, слушай. Поехали. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Thank you.